Не мерзнем. Сегодня в Ненецком округе стартовала поздравительная акция «Деда Мороза и его свиты». Мероприятие проходит в рамках всероссийского фестиваля «Выходи гулять». Инициатором его проведения в регионах стало Министерство строительства Российской Федерации. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Первый этап всероссийской акции «Выходи гулять» – праздник на детской игровой площадке на улице Молодежная. Театрализованные поздравления жителей поселка Искателей – уже традиция. В этом году мы решили присоединиться к фестивалю «Выходи гулять» и провести акцию «Не мерзни» в преддверии новогодних праздников именно на детской площадке, новой, установленной по проекту «Городская среда». Основное условие – общественные объекты для проведения мероприятий фестиваля благоустроены в 2017 году. В поселке Искатели таких площадок три. У нас, значит, порядка 6 миллионов, но 6 с небольшим миллионом, там 5 990 и плюс наше софинансирование, поэтому где-то порядка 6 миллионов 100 тысяч. Построено три площадки. Данную площадку, допустим, сейчас открывают, ставят елочку. Реализация приоритетного проекта формирования комфортной городской среды началась в 2017 году по поручению президента. Из федерального бюджета Ненецкому округу на эти цели выделено 10 миллионов рублей. И еще 15,6 миллионов выделено из окружного бюджета в рамках софинансирования. На эти деньги возведено две общественные площадки и три игровые в городе поселке Искателей. Следующими к акции присоединятся жители микрорайона Мирный. Для них уже в это воскресенье организаторы запланировали День снеговика, также на недавно построенной детской игровой площадке. А 23 декабря гулять позовут детишек, проживающих в старом аэропорту. Фестиваль «Выходи гулять» продлится и в новом 2018 году. Интересные мероприятия ждут горожан и жителей поселка Искателей вплоть до апреля следующего года. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север».